Для прихожан Свято-Михайловского кафедрального собора сегодняшняя утренняя служба стала приятным и неожиданным подарком. Храм буквально наполнился звуком. По приглашению Мозырского музыкального колледжа и Свято-Михайловского кафедрального собора в Мозырь из Минска приехал молодежный хор «Весон». Любительский коллектив, в состав которого входят представители разнообразных профессий, покорил уже не одну сцену. Я вот очень люблю у нас называть пазлами. Вот такая, знаете, картиночка. Казалось бы, каждый пазл очень разный, начиная от голосов, заканчивая профессиями. Но когда разный пазл присоединяется к другому, то получается великолепная картина. Ну и, конечно же, это труд. Мы занимаемся 2 раза в неделю, по 2,5, а то и по 3 часа. Будущие музыканты, а также инженеры, переводчики, бухгалтеры с чистыми голосами, объединенные верой, вместе звучат как единый инструмент. Кто-то поет в соборе кафедральном, кто-то поет в соборе Петра и Павла, кто-то поет в Елизаветинском монастыре. И вот так вот по одному человечку, а вместе мы вот поем народную музыку, духовную, уже более концертного плана, либо древние образцы. И также, как видите, еще стараемся успевать подготовиться к богослужениям и исполнить службы вместе, хотя это абсолютно вот не спетый воедино хор, как церковный. Но опять-таки, в третий раз повторяю, милости Божией вот получается. Весон стал украшением утренней литургии. Даже после окончания службы впечатленные прихожане еще долго не расходились. Сегодня хор выступит также перед учащимися музыкального колледжа. Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».